Я показывала ранее рецепт ленивой каши, и вот вчера ролик куда-то исчез, я записываю заново ролик. Вот готовая каша, в холодном виде она была, я ее положила в тарелку, согрела в микроволновке и положила сверху грамм 30 масла, чтобы знать, как это нарезать, это 0,5 сантиметров обыкновенного брикета. Это как раз будет 30 грамм сливочного масла. Я его утоплю в каше, и каша приобретет очень приятный вкус. Будет каша с маслом. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Приятного всем аппетита. А у меня завтрак. Я животных накормила, а теперь решила сама позавтракать.